Ну, это бред какой-то. Я 5,5 рейд. предлагаю не расходиться, а искать замены на 5,5, еще драйв там 3-4 дать. Ну давай я сейчас я тебе реалы передам и проверю. Я вас трачу, потом спать иду. Если говорю, не 5,5 не убьет его, а инс под 5,5 рассчитан. Ну что ты зашел? Стефан не пашет. Если челы дальше будут умирать от холода, то мы ничего не добьемся. Да, и типичный рехила тоже такой себе. А, нет, по нашим приколюха, как бы рейд держу, ну, там процентов на 10, прыгает до 5%, и после смены, короче, сразу ледяной этот хуйня кидается, и 5 челиков ваншотает по факту. Ну и кидает на 4 челиков, я не смогу так захилить. А, так это и происходит. Поэтому на этих челиках должны висеть ход эрдру, которые тикнут до того, как... Ну вот, да. Да. Я могу максимум, не знаю, одного быстрину, вторую волну, а остальные 2-3 там я хуй знаю с ними. Метки. Забафайте войда. Забафайте войда. Чекаем готовность. Кого? Чё ты? Дайте пристабаф без стамины. Без стамины пристабаф. Только дух и... Тыкайте. Пикайте. Я уже просто малую волну, блядь, забиндил, чтобы по ним кастовать, и всё. Чё у вас БДК умирает тогда? БДК у нас умер, потому что протопал трэш слил. Ой, прохыпал, блядь. Потому что меня убил трэш, и он сразу упал. Джерри, он куда пошёл? Джерри... Я подозреваю. Что ты хотел? Зайдите просто на 5 АДК, 1 ТТ-9, у вас трэш будет за щелчок умирать. Сейчас я зайду на этого навара, чтобы... больше дамаги по Нубараку. Я думаю, что там... на 2К ДПС, что ты будешь больше давать, она не зарешает себе. Она зарешает, вар хилиц. Он был за АДК, Димон. Кстати, вот я даю эту джагу света. Стоит это делать здесь или нет? Ну это так же, как и ШПшки подхиливают. Кстати, фулбак по вару. ШПшки могут отменять эту свою фигню. Я не знаю, надо им это здесь делать, нет? Там, блядь, если... Я думаю, что если они это будут делать, то тогда еще больше будет падать метки. Да не надо ничего снимать, просто хилить метки. Может, Легреза тогда аспектнем, а Войд один похилит. Так, аспект. Нет. Серега, ну нет. Так, давайте, чекаю. Блин, ходил вот с Персией, она по ленам была. Вообще просто изи. Все остальные просто дно. Пиросы, все, пойдем. Дайте горн. Горн. Дайте горн и начинайте. Аспект, рубите кто-нибудь из контор. А, да, там же ушел Коноп. Рубите, пожалуйста. Анашка. Магав, да. Типа там хан 5,7. У тебя поменьше ДПС, поэтому руби. Да. Дух природы. Мне впало. Насчет роста крикнуть. Так, рост мы не сразу даем, да? А еще чистый путь выключите, сука, нахуй. А, ладно, круто тебе все забрал уже. Разбейте, перка летает вот над боссом. Бейте ее, и там за рейдом еще две. Пешки разбейте. Регану, забегай. Все бегите всегда к дальней самой луже. Он долго до нее шел. Смотрите, квадраты сити туда все бегут.
То есть рейд должен бежать в это время в другую сторону, к другой дальней линии. Не понимают этого нахуй вообще. Воин, блять, ворвался. Не знаю, да пофиг, все равно времени дофига это все сделать. Ты как раз отбегаешь за дальний, ты, блять, озвучиваешь. Мини-карту тыкаю, куда идти. У тебя время есть забежать, которое левее. Это стоишь. Серега, что ты паришься? Какая разница? Какая разница? Вот именно сейчас он последнюю придет, и все. И вот он уже вылез. Брюс вылез. Залез. Да блядь, мелкий в любом. Фигня. Потрэшу надо сюда. Только я замерз. Че, трэш будем с вами, да? Походу. Да, трэш сделать. Слейте, слейте еще с трэш. Нет, следующий это тоже, да? Да, да. Но не сразу врывайтесь в следующий, а подождите, пока танки его заберут. И смотрите, чтобы меня не ударил так трэш, как в тот раз. Да блин, бзилки нет, это херово. Вера не попадет. Потихоньку снайся, сколько. Приятно. Я давайте, ловите трэш. Ловите трэш. Ловите трэш, меня убьет трэш сейчас. Так, на мне нормально забрали. Ну, КГ. БР будет. БР быстрее. Ой. Холипал, а то сейчас упадет БДК и будет. Тем БР быстрее. Операция до гимномон. Я уже дорвал на переходке. Операция до гимномон. Только что сдал. Следующий трэш куда? Куда трэш? Води под босс. Под босс. Сливайте, сливайте этот трэш, потом даем рост после него. Когда его сольете. Заберись меня, пожалуйста. Ну это ГГ, ладно. Танки тупые, нахуй. Что тупые? Вот два раза, блядь, катала убил. Ну у меня, конечно, здесь дохрена агро от того, что я хилю. Я без понятия, как он протопалом не забрал. Как он протопалом не забрал, я не знаю. Я не понимаю, ну мобы, они вылазят. Не под ногами про это хулипало нахуй, они вылазят со стены. Вы смотрите, вы ловите этих мобов прям там у стенки. Сразу набиваете агро, там одному вы даете молоток сразу с пулы, дофига агро. Второму даете этот, что там, таун точечный. Ну, это протопал. Фурику я не знаю там как. Тебя сейчас убил моб слева, который протопал его не схватил. Мои нам не были, нормально все. Расход? Да, все нормально. Да, расход, давайте, ВПЛ на числу. Давай-ка себе 600 накинул. Ребят, а ноб же не кливает, почему хилы не становятся под лицо? А ноба? Пусть вообще в долларам становится сразу нахуй. Дайте этому парню еще 200 липы. Пиздец, позор, блядь. Ну, это танки, танки. Короче, хуй его знает. Вот мы в прошлый раз пробовали два пака. Ты рано все равно хотел дать Геру. Надо три пака, по-любому, вот надо терпеть. И потом третий пак залить, и все, и спокойно ебашить. Танки потом, получается, уже четвертый пак кайтит, шипешки им помогают, контроль дают. То есть вот такой вот хуйней заниматься. Можно и весь трэш убивать, там доберсы 6 минут, я не знаю, чего цепить. Ну, да, да, вам да. Вам просто либо нужны нормальные есть, хилы и нормальные танки. Просто, да и танки, в смысле ебать, если нахуй берет танк и трэш не пускает. И, в смысле, а что ему делать? Тут на косячке... Там понял, что сказал? Танки. Просто все ссад, потому что видят у себя, блядь, там, ну, в аддонах, там, или где у них там, что рейд, блядь,
лоу хп, и все, блядь, пиздец, надо что-то быстрее. Вот такая вот паника. В самом деле, просто надо мозгу понять, привыкнуть, что, блядь, это такая механика босса, и рейд так и должен. То есть переставить эти 20% как 100% и вообще нахуй не париться. И да, можно вообще весь трэш просто тупо заливать. Просто весь. Блядь, у нас просто 6 КГС плюс. Там 6 бис, герои, ебать, им вообще насрать на все.